Все спецслужбы работают на месте аварии. Информации пока еще очень мало. Полиция устанавливает причины ДТП, кроме, конечно, очевидных погодных условий. А еще говорят, что утром, когда все произошло, перевернулся автобус, проезжающие мимо машины останавливались, пытались помочь. Помочь, потому что случиться может с каждым, даже если быть предельно внимательным. Сегодня около 7:45 на улице Зеленая, села Архангельская, произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В момент происшествия в салоне находились 15 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Почему допустил и мог ли как-то предотвратить, выяснят следователи. Дорога скользкая. Рано утром дорожники или не успели ее почистить, или следом опять засыпало. Шины – всесезонка. Для пазиков не предусмотрена зимняя резина вообще, а транспорт пассажирский. Чудо, что нет жертв, и не все получили травмы. В результате ДТП в окружную больницу бригадами скорой помощи было доставлено 4 пострадавших. Все пострадавшие были обследованы, оказана необходимая медицинская помощь. Состояние всех удовлетворительное. Диагнозы от ушибов растяжений до 2 переломов. Один есть ребенок, у него перелом ключицы, оказывает помощь в детском травматологическом отделении. Автобус все еще нависает над обрывом. Ограждение не дали упасть с моста. Спецслужбы продолжают работать на месте аварии. Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем водителям с просьбой учитывать особенности зимнего вождения. Запоздавшим, наконец, переобуть свое авто, а некоторым перестать лихачить. Хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения в условиях непогоды. Строго соблюдать правила дорожного движения, использовать скорость, обеспечивающую постоянный контроль за ситуацией на дороге, быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, а пешеходам перед переходом проезжей части обязательно убедиться в безопасности перехода. Водителям же всегда помнить, когда вы за рулем, вы ответственны не только за себя, но и жизнь пассажиров, пешеходов и других водителей. Наталья Макурина, Сергей Кириченко. Такой день на Мире Белогорья.